Доброе утро, друзья! Как всегда, начинаю свое утро со спорта. Паша, как всегда, начинает свое утро с монтажа видео. Побегать опять сегодня не удалось, потому что погода не очень. Но скоро будет классная погода, я в это верю. И когда будет классная погода, я буду обязательно бегать. Наш завтрак? Это обед. Это обед. У нас всего лишь-то салат, и у меня бонус, откусанная уже кем-то котлета. Тобой. Я вчера вечером есть хотел сильно. Вот, а у Насти вообще один салат без мясного. Почему вы так питаетесь? У вас сегодня диета? Я просто хотела пробовать эту заправку, сейчас покажу ее. И что, как, вкус уже пробовала? Ну, пока еще как-то непонятно, но есть вроде такая. Это вот вчера нам нарекомендовала Алина. Вот такую вот заправку. Заправку я ближе покажу, тогда не видно, потому что я готовить люблю, написано. Короче, вердикт. Очень вкусно. Я хочу кроссовки свои новые уже одеть и ходить в них. Каждый день думаю об этом. Короче, только что было солнышко, но... Какие вот что ожидается. Настя уже хотела одеть свои кроссовочки. Да покажи уж, что уж ты купила себе. Асиксы. Смотрите, какие, а. Они такие бархатные. Их в любую дерьмовенькую чуть-чуть погоду вынесешь, и все, они сразу же умрут. Да? Да. Только летом. Хорошую погоду без пыли. Буду в них мылиться и мыть их каждый день. Ну смотри, я тоже обычно так начинаю. Ну ты, кстати, хорошо сохранил лайки те. Я вообще хочу еще много кроссовочек всяких. У меня вот сейчас есть только рибоки, но это прям убийство омена называется. Прям. Чтобы убить их. Да, я в них прямо к нему ничто не делал, потому что они когда не мыты, мне нравятся больше. Я вижу рибоки. И это очень круто. И Nike, мои хурракачи, им уже 2 года. Ну я их хурракачи называю, им уже 2 года, у них уже вот здесь вот порвано. Вот эти штуки. Но ну, в целом-то нормально. Когда их одеваешь, они на полу, ну в смысле на это... Покажи их вон там лучше, на цветуру, только желтый цвет. Они, короче, там выглядят вообще нормально. Тебе почему у тебя грязные, ты почему ты их не можешь помыть? Не, ну сейчас-то они маленько грязненькие, потому что я в них недавно ходил. Но в целом, они все еще за 2 года не потеряли ни формы, ни какой-то этой. Но они очень удобные, кстати. По поводу обуви, вообще наше мнение, то, что обувь должна быть качественная. Шмотки вообще насрать, это полное дерьмо, эти футболки и так далее. Они грязные, мнутся, умирают, у рвутся. Да, у меня вон футболочка, видите, какие у нас тут приколы всякие, вот. А по поводу кроссовок, обувь должна быть качественная, хорошая, поэтому не скупитесь. Идем возле администрации, счастливые, потому что обсуждаем, как всегда, наши планы. Мы вообще любим обсуждать наши планы, наши желания. И знаете что? Мы обсуждаем наши бизнесы, не состоявшиеся и не начавшиеся, но... У нас есть очень крутое название для них. Так как мы всегда что-то хотим, наша компания будет называться «Хочу». Йоу. Хочу кофту, хочу iPhone, хочу на Бали, все хочу, понимаешь? Поэтому готовьтесь, скоро будут официально представлены новые наши компании. Не, ну на самом деле бизнес нам бы помог очень типа в блоге, потому что Наличие денежных единиц позволило бы нам показывать вам более разнообразную жизнь. Мы бы остались теми же, а вот локации и все вокруг начало бы меняться, и было бы, я думаю, интересно. Как вы на это смотрите, друзья? Поддержите? Поддержите нас, когда мы начнем наш бизнес или нет? Давай, Настюха. Блин, я не знаю. Давай. Что такое? Давай. Открыть ее. Давай. Нет, ты хоп, резко. Настя. Хоп. О, хорошо. Мы переключились, ребята, на третью. Представляете? Ну, четвертая, это уже, наверное, для нас будет слишком. Ну, тут мало, тут не разогнаться, да. Ну, попробуй прямо разгонись. Не-не-не-не-не, нахер, я что-то вся пока лечу. Короче, все. С Настей уже кататься становится неинтересно. Она слишком опытна стала. А помнишь, как в Фортнайте? Они там распрыгивались на покрышках. Happy New Year,
какая веселая игра у Насти. Давайте играть. Алина, ты чё? Нормально. Рано поворачиваешь, задним колесом наехали. Поздно поворачиваешь. Уже трудно, оказывается. Да, надо ты умять, держи. Просто вот так вот возьми руль и все. Тебе оборота вот такого достаточно. Вот. Это весь оборот, который нужен на змейке. Короче, показываю девчатам и ребятам, как надо змейку проходить. Вот надо, вот такие радиусы. Настя, понимаешь? Понимаешь? Да, Паш, не надо, давайте уже поехали отсюда. Берешь просто вот на радиусы. Ну вот, тормозишь чуть-чуть, если торопишь. Оп, чуть-чуть газ дал. Оп, оп. Все, вышло. Так сложились обстоятельства, что мы решили посмотреть, что у нас в Перми за кладбище кораблей. Короче, вот эта надпись «Охраняемая зона, проход закрыт, осторожно, злая собака». Это очень страшно. Давай здесь фоткаемся, Настя. You stole my heart of gold after my silver soul. Там собака. Она без цепи, бля. Да вы что, гоните? Она на всех-то не будет собак рыбаться, что-то. Не, есть опасность в одна, то, что их много. Слышишь? Не, то, что их много собак. Не, перед собаками вообще лучше не бегать. Вообще просто встать и стоять, и все. Пошли вот сюда хотя бы, спустимся и отсюда посмотрим, что там. Надо было пистолет реально взять, шмалять по ним. Не, ребята, она без цепи. Не, нахуй. Да она не побежит. Не, она идет. Зелена, не убегай. Я себя поставлю. Мы ее ужин. Я себя, говорит, поставлю. Настя! Ты-то куда? Так я собак не боюсь, что я боюсь. Не, так пошли, а чего вы реально стоите-то? Она нас сама боится. Вы что ссыте, она нас сама реально боится. Алина! Ничего не говори. Она металлическая? Да. А, ну тогда опасно. Там крест. Где? Какой крест? Кладбище, ёпс, туда, что ты это за крест такой? Ну, это же управление. Ребят, это крест с фильм ужасов. Ой, слушай, там вон люди есть. Скажу, что мы в туалет. Да хоть да туалет, ты что говоришь, блин? Сказать, посмотреть и все. Руку фоткаться. Давай руку, Настя. Держись за мою руку и спускайся. Да не бойся ты. Держись за мою покрепче руку. Фонарик не тут пофоткаться, да? Ага. Фонарик какой? Что, уже ржавая насквозь? Конечно. А, фонарик. История. Смотрите, какое мы место классное приехали. Ну, такое атмосферненькое. Колоритненько у нас здесь, ребята. Колоритненько. Завтра будет. Ну-ка, там нету никого. О, моторный отсек, смотри, Алина. Закрыто? Ну-ка, там в окно, давай посмотрим. Тут. Не, закрыто, скорее всего. Короче, как скажешь. Вот это вот очень красиво. Я не знаю, видно это на камере, да, нет? Почему-то именно мгла какая-то такая синенькая, да? Очень прикольно. И вот здесь колоритненькие такие корабли. Но на самом деле, давай, вот этот только если какой-то колоритный немножко, а все остальные-то они вот свежие. Посмотрели мы одну часть, тут это не основная. Основная часть там подальше, в ту сторону. Вот, и все. Уже в следующий раз мы полноценно с камерами приедем и поснимаем вторую часть летом, когда будет хорошо и прям... Более колоритненько даже, наверное, будет. Вот. А во второй части там большие корабли, да, Настя? Там большие корабли во второй части? Ну,
еще вот этот вот порт есть, который в воде, он очень классный. Там можно... есть порт в воде, да, в общем, это все будет уже в следующий раз. Сегодня была такая лучше летом туда приезжать. Затравочка, и мы это сами узнали хотя бы, где это находится. Друзья, сегодня был отличный день, я думаю. Мы прям уже устали, прям под конец. Да, я что-то прям вообще устал. Съездили, покушали и вообще прям никакие. Мы так хотели спать после того, как поели. Но у нас есть хорошая новость. Прямо сейчас вышел фильм, который мы вам и посоветуем. «Я худею» называется. Наш русский фильм. Вроде как у него очень хорошие отзывы. «Я худею». Не двигаться. Приятного аппетита. 3 утра, я завтракаю еще. А, поняла. Сегодня было хорошо. Завтра будет лучше. Всем пока-пока, друзья. Пока.